А вы как защищаете свои матрасы, свою мебель? Вы когда-нибудь пользовались наматрасником? А ведь это самая нужная вещь для постели. В спальне без наматрасника не спальня. Итак, дорогие мои, посмотрите, за секунду мы надели наматрасник. Как он называется? Рамбулье. 990 рублей. Рамбулье за 990 рублей. В магазине цены пикуют. Почти 2500 стоит такой наматрасник. Юля, сразу хочу тебя спросить, вот зачем нам нужен наматрасник? Ну, во-первых, чтобы защитить матрас от пыли, влаги, от загрязнений. Потому что все-таки матрас стоит дорого. А вот я, например, вообще сплю на диване, Олечка. И мне мебель уж, ой, как хотелось бы сохранить в целости и сохранности. Это правильно. Вот ты сказала про то, что наматрасник защищает матрас от грязи. Вспомните, дорогие мои, если вы спите на диване, вот эти стыки, потом просыпаемся от боли в спине, потому что мы ничего не накидываем на наш диван, правильно? Или другой вариант, когда матрас с пружинами, тоже просыпаемся, как будто на иголках спали. Совершенно верно, Оля, я тоже испытываю такую проблему, сплю на диван с Софией, и у меня тоже есть вот этот стык неприятный. Mm-hmm. Так вот, если у вас такая же проблема, на матрасник ее легко решает. Почему? Потому что он с наполнителем внутри, он достаточно плотный, и не надо вам будет подстилать потом одеяло, какие-то, может быть, пледы подстилать для того, чтобы убрать эти стыки неприятные и убрать дискомфорт от пружинного матраса. И эту проблему комфорта наматрасник решает. Вы не знали, что он решает такую проблему? Вы вообще не думали, может быть, что он нужен? А мы вам советуем, без наматрасника, ну, кровать не кровать. Итак, дорогие телезрители, это наматрасник, с которым вы теперь будете просыпаться без боли в спине, если вы спите на диване, если у вас там стыки, которые мешают вам выспаться. Высыпайтесь, любимые телезрители, или у вас плохой матрас с пружинами, которые бьют вам прямо в спину во время сна. Издеваются, небось. Дорогие мои, вот оно, ваше спасение. Кстати, у нас есть 4 цвета на выбор. Давайте посмотрим, какие цвета у нас есть. 990 рублей стоит наш наматрасник Рамбулье. Посмотрите, сейчас перед вами все 4 вариации, которые мы вам предлагаем. Давайте перечислим. Итак, это голубой, это зеленый цвет, начнем с зеленого. Далее у нас следует песочная вариация. Следующий цвет невесный, голубой. И также мы уже с вами просмотрели розовый цвет. Давайте спросим у нашего эксперта. Юль, какой тебе нравится цвет больше всего? Ты знаешь, мне нравится голубой. Я люблю такие небесные цвета, они добавляют свежести. И мне кажется, что кровать будет особенно чистой. Ну тогда давай мы голубой цвет и застелим, если давай тебе нравится больше его. Хотя мне больше нравится розовый, честно скажу. Какой вам цвет нравится больше всего? Звоните, заказывайте. Пока мы на ваших глазах будем представлять вашу квартиру и застилать для вас ваш новый наматрасник. Ну, так, что ж, одевается он очень легко, фиксируется на резиночках, которые расположены по углам, резинка широкая, и на матрасник очень легко крепится, на матрас любой высоты. У нас-то большой, у нас 30 сантиметров, но он идеально садится на матрас любой высоты, может быть, у вас 10 сантиметров, а может, вы вообще спите не в кровати, а на диване, как я. Пожалуйста, на диван он тоже легко крепится, фиксируется надежно, кровать становится ровненькой и безупречно заправленной. А главное, удобство, правда, ни стыков, ни швов. Внутри здесь овчина. Почему она здесь? Для чего она нам здесь нужна? Знаешь, ну, наполнитель из овечьей шерсти неспроста находится в нашем наматраснике. Овечья шерсть создает особый микроклимат в постели. Постель легкая, теплая и с сухим теплом. Очень важно сейчас в сезон подумать о том, как хорошо прогреваться. Но очень здорово то, что наматрасник, он дарит именно легкое сухое тепло. Постель не жаркая, комфортный, удобный микроклимат. Плюс прекрасно дышит. Замечательной воздухопроницаемость обладает именно овечья шерсть и является еще и профилактикой очень многих заболеваний. Да-да, даже народная медицина советует, спите на овечьей шерсти, будете расслабляться мышцы, будете усталость свою очень легко снимать, просто как рукой снимать. Итак, для любителей овечьей шерсти, если вы знаете, как она благоприятно воздействует на наше здоровье, будем спать в тепле, в комфорте. И в Новый год мы будем обязательно с вами счастливыми. Не зря сказала Новый год. Знаете почему? Потому что он не за горами, и мы можем уже сейчас сделать для себя подарок. 990 рублей на матрасник Рамбулье с овечьей шерстью. Итак, дорогие наши, делайте свой выбор прямо сейчас. На матрасник Рамбулье ждет вас. Он хочет вам помочь, он хочет вас согреть, избавить вас от ваших мучений. Больше не будем просыпаться с болью в спине. Это все в прошлом. Все болячки забудьте. Будем про них, потому что здесь есть овчина. Дорогие наши,
Такой наматрасник в магазине стоит 2500, не меньше, а на нашем телеканале 990 рублей.